Здравствуйте! Сегодня рассмотрим, как вязать квадратный мотив для толстой пряжи. В рапорте 3 ряда. Итак, 5 воздушных петель в кольцо. И переходим к первому ряду. 3 воздушные петли. Далее 3 столбика с одним накидом. Первые 3 петли заменяют нам столбик с одним накидом. То есть группа столбиков состоит из 4 столбиков. Из 4 столбиков с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли. Эту нить можно уже убрать, потом ее обрезать. Теперь вторая группа из 4 столбиков с одним накидом. Две воздушные петли, и мы вяжем еще 2 группы из 4 столбиков с одним накидом. Заканчиваем ряд. В этом ряду, в первом ряду у нас 4 группы петель по 4 столбика с одним накидом. Так, здесь мы сделаем, здесь у нас должно быть 2 воздушные петли. Мы сделаем таким образом: 1 воздушная петля, и здесь такой полустолбик. Для того, чтобы нам оказаться посередине дуги и перейти ко второму ряду. Переходим ко второму ряду. 3 воздушные петли, которые нам тоже заменяют столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. Это петля между столбиками с одним накидом и столбик с одним накидом сюда. Дальше 1 воздушная петля. Далее делаем столбик с одним накидом. Вот 4 столбика предыдущего ряда между ними. Делаем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля и дальше на угол. А здесь делаем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. И переходим на следующую сторону. Столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Это все в одно отверстие. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом. В группу петель предыдущего ряда. Дальше столбик с одним накидом и обрабатываем угол таким же образом, что мы делали и в этот раз. И так вяжем по кругу. Заканчиваем второй ряд. 1 воздушная петля и заканчиваем угол. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. Угловой элемент. Так, теперь здесь у нас 2 воздушные петли было. Делаем так же, как мы делали в предыдущем ряду. 1 воздушная петля и такой полустолбик. И мы оказываемся посередине. И переходим к третьему заключительному ряду. 3 воздушные петли, которые нам замещают столбик с одним накидом. Далее рядом столбик с одним накидом. Следующее отверстие делаем 2 столбика с одним накидом.
Далее опять 2 столбика с одним накидом. Над каждой воздушной петлей предыдущего ряда вяжем по 2 столбика с одним накидом. Переходим к угловому элементу и делаем точно так же. 2 столбика с одним накидом. Далее опять, это уже угол. Здесь также делаем 2 столбика с одним накидом. Итого у нас должно быть 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Далее 2 столбика, 2 воздушные петли. И переходим на следующую сторону. Продолжаем вязать точно так же. 2 столбика с одним накидом. Оформляем угол. Дальше опять вяжем. Над каждой воздушной петлей предыдущего ряда по 2 столбика с одним накидом. В углах я специально не делаю 3 воздушные петли, хотя можно было. Был бы тогда квадрат более четкий, но для наших целей не нужны такие слишком острые углы. Итак, вяжем по кругу. Заканчиваем ряд, 2 воздушные петли и прикрепляем. Ниточку зарабатываем.